убежден, что второй тур не только возможен, он необходим. И я не скрываю, что я буду делать все возможное для того, чтобы был второй тур, и чтобы второй тур действительно вышел я и Владимир Путин. Считаю, что у меня для этого есть все шансы, все возможности. Рейтинги – вещь лукавая, я им не доверяю. А вот тренды я вижу. И могу сказать, не сочтите это нескромным, тренд у кандидата от партии «Справедливой России» идет в рост. Тренд у кандидата от «Единой России» падает, и рейтинг падает. И тренд вот именно такой понижающийся. Поэтому поживем, увидим, что реально будет. По поводу риторики, я подготовлю свою президентскую программу, я подготовлю основные тезисы, многие из них будут вступать, скажем, в такой идеологический конфликт с теми идеями, с теми предложениями, с которыми выступает Владимир Путин. Это и закономерно. Владимир Путин строит капитализм в нашей стране. Я не хочу строить капитализм. Я социал-демократ, причем, если обратить внимание, я одновременно и социалист, и демократ. Это, кстати, в отличие от товарища Зюганова. И как демократ я как раз буду настаивать на политической реформе и на тех многочисленных предложениях, которые уже, похоже, услышаны и прямо взяты из нашей программы и президентом, и премьером. Я спокойно к этому отношусь. Нам авторство не важно, важно, чтобы жизнь менялась наша. И как социалист, конечно, весь блок социально-экономических преобразований, который в основном изложен в предвыборной программе нашей партии, с которой мы шли на выборы в Государственную Думу, я предложу. Поэтому риторика будет такой, какой необходима для того, чтобы убедить избирателя голосовать за меня.